Всем привет! Вот наконец-то пришла обнова на наш русский сервер, и мы сейчас сделаем короткий обзор на обнову, посмотрим, что у нас изменилось. Изменилось у нас довольно-таки немало. Обнова, с одной стороны, радует, с другой стороны, не очень. Так, это мы забрали призы ежедневные. Так, ладно, пошутили. То еще некоторые сейчас поверят и начнут писать в ТП, что за фигня. Засланному казачку дают за ежедневки такие призы. Так, смотрим, что у нас поменялось. Первое, уровень судьбы каждого героя теперь обозначается звездами судьбы во время битвы. Побежали. Вот видите изменения над моим вольтом. Появилось две звездочки. Поменялось 200 уровень, по-другому уже пишется. У обычных героев, у кого не прокачаны, эти звездочки будут пустые, так как у меня Некрос 12 с 12, он уже имеет две синих звездочки. То есть вот такое вот изменение. В некоторых локациях этого не видно. Посмотрим, как на битве гильдии будет. Но, честно говоря, не знаю. Такое ощущение, что тут еще и третья влезет, и будет и 13, и 14, и 15 скилл. Посмотрим. Для меня, честно говоря, это еще один минус, потому что и так там питомцы, потом появились эти приспешники, есть еще дополнительная инфа какая-то возле героя. Ну, не знаю, зачем его впихнули, чисто визуально, но мне это особо не нравится. Вы уже пишите в комментах, как это вам. Так, дальше. Дальше. Новая функция – резервный талант. Вот это самое основное в этой обнове, от которой некоторых бомбит, некоторых нет. Для меня это было как бы и не особо хорошо, с одной стороны. С другой стороны, я знаю, теперь мне будет проще обзоры делать на героев. Сразу несколько можно будет прокачать и по два талантика им ставить. То есть в этом есть плюс. Для некоторых, некоторые говорят, это все. А почему? Потому что именно второй резервный талант ставится только у героя, у которого есть скин. А как вы знаете, скины у нас донатные, у нас только есть бесплатный скин, нам давали на Купидона, и бесплатный сейчас дают, кстати, с акцией набор за самоцвета, можете зайти забрать, не забудьте, на душегуба будет душек. Так, ну давайте рассмотрим на том же самом. Заходим в алтарь. Вот вы нажимаете на его талантик. И вот, как видите, я уже открывал. Открывается второй нижний талант. У меня сейчас на нем стоит активный разброс. Нажимаете на низ, они меняются местами. Как бы, в принципе, визуально красиво смотрится. Чётенько сделали. Меняется талантик. И сразу обратите внимание на силу. То есть, если вы меняете талант с меньшей, меняется сила. Плюс к силе он стандартный ваш, если он у вас, как у меня, на максималку прокачан, он плюса не дает. Поэтому в этом плане я немножко разочарован. Думал, все-таки можно будет еще силушку поднять. Так, то есть вот такой вот плюс. Вы его можете менять обычным талантиком. То есть у меня сейчас, допустим, стоит разброс. Меняем на нижний талант, нажимаем поменять, и меняется уже на другой талантик. В этом есть плюс. Во время битвы гильдии можно будет некоторых героев просто менять талантики, там, если вам надо что-то быстренько пройти. Ну, это плюс, однозначно. С другой стороны, все за скины. А по скинам, сейчас я вам покажу, сколько я там считал. У меня, по-моему, 27 героев или сколько уже со скинами. Так, не сюда. Вот сюда, облики. Так, вот у нас новый облик на ворожая появился. Мастер гриля. Барбекю. Будет жарить всех. Он и так всех жарит, но теперь он будет еще жестче жарить. Атака плюс жизнь. Неплохо. Плюс. Вот так он выглядит. Ну, это все остальные. И Рино тоже новый облик. Мы сейчас даже ему поставим. Не понял. Вроде забрал. А, не, не забрал. Ну, видите, очередная проблема на моем нубском аккаунте. У нас не хватает мест. А в алтарь нам мест не добавили. Как это назвать?
Ну вот они издеваются просто. Блин, добавьте там возможность, сколько надо, чтобы человек мог расширить это все. Так, сейчас мы почистим быстренько склад. Заберем скин, посмотрим, как он выглядит. Думаю, всем интересно его посмотреть в действии. А я-то думаю, что такое? Эх, еще один минус, не добавили нам мест. Так, получить все. Есть, забрали. Побежали открывать скин. Облики. Рино. Так, у него пончик называется. Будет раздавать пончики. Есть. Вот такой вот крит сопротивление плюс 250. Я вам скажу, это круто, это хорошо. И жизни 10 тысяч. Вот так он будет выглядеть. Давайте сейчас мы его выставим. Нашего Рину. Рину, 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 Рину. Иди сюда, дорогой. Где ты там? Блин, не понял. Что-то я... А, он в самом конце теперь, все. Вот это тоже минус, нельзя расставлять. Так, какой у меня там вот этот собранный. Побежали, посмотрим на этого пончика в деле. Вот так он, вот теперь у него пончик. Так, смотрим. Ну, что-то я не вижу изменений. Ну, вот так он раздает пончики. Ну, конечно, прикольно он бьет, теперь уже бьет качалкой. Смешно, смешно. С красным теперь бантиком он у нас. Ну, как-то так, более похож на Рину стал. Ну, как видите, изменения скилла я что-то не вижу. Могли бы что-то интересное прорисовать. Так, Рину у нас есть. Тоже, видите, две звезды на нем светятся. Он тоже 12 уровня. Теперь есть скин, можно будет еще Рину прокачать с другими талантиками. Так, это есть. Дальше смотрим. Функции набора гильдии и рекомендации гильдии. Заходим в гильдию, посмотрим, что там мы сможем увидеть. Об гильдии. Найм. Так, тут я смотрю, что-то поменялось. Я не помню, такого вроде не было такого вида. Ну, интересно, интересно. Найм. Это вид можно. Участник. Моя гильдия. Ну, не знаю, это, наверное, у элиты там что-то появилось. Потом разберемся. Короче, такое. Неинтересное. Для меня, по крайней мере. Так, новая локация в режиме судьбы. Лунный берег. Ну, это одно из основного, что меня интересовало. Потому что надо куда-то слить красные камни. Вот она, лунный берег. Кенди у нас появилась. Эсик. Дрейк. Седна. Это хорошо. Рыцарь и палач. Ну, мы их всех прокачаем на максималку и сразу же затестим. Пишите в комментах тоже, какого героя вы хотите первым увидеть. Я их всех прокачаю, буду по очередности делать. Но мне очень хочется посмотреть на Седну. Так, хорошо, побежали дальше. Командные подземелья, командные пришествия, монстры. Можете начать сражаться в 2-3 игрока. Смотрим, как это происходит. Вот видите, начать битву с 2-3 игроками. То есть вот эта галочка, ну как бы особо прикола от этого я даже не понимаю, не вижу. Давайте вторую. Вот можно поставить галочку, если кто-то сюда бегает. Ну как видите, никто сюда не бегает. Ну такое себе. Лучше бы что-то интересное придумали с того, что есть какую-то запоминалку, лучше бы сделали. Так. Два новых образа мы посмотрели на Варжа и на Пончика. Новый герой Повелитель Бури. Будем его тоже выбивать. Сейчас мы его найдем. Герой будет интересный на Архидемона. Но сначала я его потестирую так. Так, смотрим сразу максималку. По жизни он будет хороший танчик. Вот так он смотрится.
Так, призывает столб огня, который наносит 1680 урона, немало, скажу вам, в течение 4 секунд по вражеским целям в радиусе действия. Интересно будет посмотреть, или он автопрокил, накладывает эффект оглушения на 3 секунды. Это очень интересно. Это мы потестируем. При активном столбе огня герой получает на 60 меньше урона и обретает иммунитет к оглушению и страху. Также базовая атака героя наносит 12% от здоровья. Ну, это круто. Рассмотрим его, думаю, будет интересно. Смотрим дальше. Улучшена локация пустынные руины. Побежали в пустынные руины, сразу зафармим, присоединиться. Сейчас наш пончик будет тут рвать. Да, но до пончика еще дело даже не дошло. Вот, как видите, сразу герои появляются звездочками. Красиво-красиво смотрится. Но нафиг не надо. Лишняя графика, лучше бы сделали оптимизацию, как по мне. Так. Так. Он проснулся, мой второй. Оптимизация. Стоим, висим. Не заметил я оптимизации, ребята, честно говоря. Красиво смотрится, сделали красиво талантик. Вот сделали бы они еще и на магию, тоже было бы, думаю, интересно посмотреть. Интерфейс такой, как вот эта магия здесь, смотрится довольно-таки неплохо. Да, привет, привет, дружище, ты попал на стрим. Ты на стрим, а на видос. Вот так вот. Усиление кидаем. Ну, красиво смотрится, ничего не скажешь. Интересно, по крайней мере. Мне нравится. Оптимизация, не знаю, что здесь оптимизировали, но... Ну, я рад, что ты можешь еще сражаться, но это недолго и это не точно. Так, хорошо, хорошо. Давайте уже добьем. Ну, в общем, как-то так. Локация, конечно, интересная, красиво смотрится все. Но хочется какого-то, блин, усовершенствования самой игры, каких-то изменений локаций, которые уже есть. Битва гильдии и форты, я уже не раз говорил. Вот это интересно было бы. А не новые герои, каждую обнову и новый упор на донат. Вот видите... Есть герои, у которых есть возможность прокачки судьбы на 12, но у них они не прокачаны, у них звездочки просто пустые. Ну, мне кажется, скоро нам добавят еще больше прокачки. Ну, как-то так вот, зафармили налегке, я бы даже сказал. Так... Ну, как видите, чатик есть, скины, говорю, скины, смайлики, ну, короче, такое что-то. Сделали бы лайв-чат, чтобы матов можно было почитать побольше. Так, раз, два. Есть. Это мы увидели. Смотрим дальше изменения. Улучшен интерфейс режима судьбы. Смотрим судьбу. Давайте на этой локации. Так. Иски. У свитки. Не забудьте, кстати, забрать. Анимация красивая. Нажимаем сюда. Вот так она уже выглядит, как видите. Судьба определяется атрибутами. Влияет на бонус судьбы. Определение уровня судьбы улучшит навык. Изменит. Ну, короче, вот такое вот. Надо прокачивать, качать. Уровень таланта. Видите, да, что дает. Уровень созвездия, то есть вот показывает, какого можно героя еще здесь улучшить, в принципе тоже плюс, в этом молодцы сделали, видно сколько талантики дает, сколько максимум, что надо прокачать, выбираете героя и вас сразу показывает, чего у вас не достает на нем, на летчика, видите, надо сделать ему просвет, я не качал, это в принципе хорошо, интересно. Теперь знаем, что лучше качать, чтобы быстро его прокачать. Вот можете сделать еще так. Такой вот интерфейс у нас идет.
Так. Что тут у нас? Ну, в принципе, вот так вот вы себе можете выбрать и сразу смотреть конкретно по каждому герою. Ну, неплохо. Вот так вот еще можете нажать, и вы сразу увидите, какие герои у вас есть, какие героев нету. Тоже, в принципе, интересно. Так, дальше смотрим. Вы больше не потеряете звезду, если проиграете в сражении в Колизее. У нас, к сожалению, сегодня, по-моему, Козелея нету. Будет, посмотрим. Это, думаю, один из основных плюсов этой обновы, потому что теперь бездонатные игроки смогут нормально тоже еще больше получать кулачков. Это плюс. Это красавчики. Так, улучшенный интерфейс режима судьбы. Так, звезду. Проблема умения Некроса прерывала заклинание Ангел-Хранитель. Честно говоря, не знаю, не видел. Возможно, если это так, красавчики. Индикатор для каждой функции сортировки вкладок склада. Индикатор сортировки. Что-то не могу понять. А вот тут, вот это, наверное, оно. Вот нажимаете, оп. Да, вот этот индикатор. Кому оно нахрен надо, я бы так сказал. Я не запаривался над этим. Склад все равно всегда забит. Так, дальше. Теперь вы можете сразу использовать несколько катходов подземелья. Это плюс. Это однозначно плюс. Кошмарные. Пропуск. Качаем. Вот. Можете сразу. Тут в зависимости от того, сколько у вас золота будет, вы можете сразу использовать. Ну, давайте используем окей. И мы дальше вот можем себе. Нам добавило пытки, и мы себе дальше щелкаем, а скорее всего максимум 6 карт. Да, это зависит от количества ходов, не от золота. Короче, вот так вот. Ну, тоже в принципе неплохо. Плюс. Так, исправленные палатки, за которые Фрейя в бою Лифина повреждали себя навыками, этого не знаю, возможно было. Пусть будет, тоже в плюс запишем. Один слот в алтарь. Это и так понятно. Перевод навыков некоторых героев. Валентина, Макдуха, Гаргул. Это бесполезная вещь. Переводы это не наши. Ну, в итоге, что можем сказать про данную обнову? Чтобы она была особо хорошей, кайфовой. Нет, новый герой пока неизвестно. Под вопросом. По поводу талантов вторых. Очень большой плюс, но по поводу того, как их использовать, однозначно минус, потому что лучше было это привязать там либо к 12-му скиллу, а не скину, чтобы люди со временем могли делать, потому что не все смогут донатить, так бы было интересней, либо привязать к судьбе, там, не знаю, ну, к чему-то привязать, к другому, к прокачке, например, прокачал на максималку героя, там, 10, 8, 8 у тебя открывается там за какие-то ресурсы, возможность открыть. Ну, то есть такое что-то надо было сделать однозначно, не за донат. Это как питомец за донат, который кайфовый, но все просто, извините меня, сосут лапу, потому что нет возможности у всех его добавлять. В принципе, все. Ждите новых видосиков. Будем отдельно разбирать каждого героя, менять теперь таланты. Тестировать, думаю, будет более интересный контент. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Пишите, если вас бомбит от этой обновы. Знаю, многих бомбит, многих нет, многие наоборот угорают. Ну, обнова опять, очередная обнова для доната, по-другому не скажешь. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал, всем пока.